Процентов 15-20 информации, то есть, что есть в библиотеках, то, что накопило человечество, в электронную форму как-то перейдет. А вот чтобы сказать, что в интернете будет все, ну вот, не верю. Ответ – не верю. В заключение что хотелось бы? Вот один из таких образчиков, ну, конечно, не оригинал, а копию я с собой привез. Это карта губернского города Казани. Оригинал выполнен акварелью. Ни год неизвестен, ни автор, художник тоже неизвестен. Известно, что это 19 век, 1800, а какое конкретно? Поэтому вот передавая в дар библиотеке вот эту вот работу, да, мы немножко надеемся, а вдруг здесь на месте удастся найти и художника, и вот. А в интернете этого точно нет. Сейчас, конечно же, день рождения не обходится без подарка, сейчас переходим к подарку. Привез вам национальный ковер, который выткан руками азербайджанских женщин. Я думаю, что пройдет еще 50 лет, когда-то вы будете исправлять 200-летие вашей библиотеки, юбилей. И будет музей вашей книги. И в музее вашей книги будет показан этот ковер, а именно как подарок Азербайджанской национальной библиотеки. Я еще раз поздравляю коллектив вашей библиотеки, всех читателей, всего народа Татарстана. Славным юбилеем, желаю всего наилучшего, всего хорошего, здоровья вашей библиотеки.